До чего мы дошли? Ай-яй-яй. Мой сын оказался невоцерковленным. Так? Может, атеистом. Да разве можно за него молиться? Избави Бог. Мы как секта уже какая-то уже стала. Секта в себе только. Молитесь за врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам всякие напасти. Вот что сказал Христос. А мы сейчас начинаем. Воцерковленный или невоцерковленный? Кто первый в рай вошел? Воцерковленный? Бандит и негодяй. Кто в преисподнюю пошли? Первосвященники, архиереи, книжники и фарисеи, которые осудили Христа, которые были уж настолько праведными, что во, по горло праведности были. Как мы смеем смотреть, кто ближе к Богу? Бандит и первый в рай вошел. Вот вам воцерковленность. Никакой воцерковленности не было. Убийца. И мы теперь еще смеем судить, можно ли подавать. Я знаю, находятся такие в лавках церковных подчас, начинают допросы. А он что? А он крещен, не крещен? А он воцерковленный, не воцерковленный? А сколько раз причет? Вы что тут, судья от Бога поставленный, что ли? Не ваше дело. Я молюсь за того, за кого хочу. И церковь, как наше... Вот, собрание верных должно молиться о ком? О всех. Более того, ответьте этим вопрошающим. Вы, сказать, вы когда-нибудь бываете на богослужениях или нет? Да, бываем. Так вы слышите или нет? Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея. Вы что, вы уверены, что во властях и воинстве там все воцерковленные, все причащающиеся? Да там кого только нет. И атеисты, и сатанисты, и я не знаю, кто, и безбожники, и кого нет, и православные христиане. А всех молится кто? Церковь. А вы тут смеете еще меня допрашивать? Там все крещенные, да, во властях и воинстве? Вы что? Вообще, до чего мы докатились? Какая беда! Какое оскудение элементарного чувства, я бы сказал, ну, любви к людям просто. Чем более человек страдает, чем больше болезни он находится, тем более сильны должны быть наши молитвы. Вот он, атеист! Представляете, какая болезнь? Представьте, какая болезнь у него! Он атеист! Даже в Бога не верит! За него надо усиленные молитвы! А мы тут начинаем говорить, нет, он не воцерковленный, ах-ах-ах, атеист не воцерковленный. Да, до чего мы... Вы слышите, это показатель, страшно я вам скажу, это показатель того, в каком духовном состоянии уже находятся наши церковные, воцерковленные люди. Значит, капли любви уже даже нет. Вот она форма, о которой мы сегодня с вами говорили. Форма, да, воцерковленный. А что это такое, матушка, воцерковленный? Сколько раз надо в году ходить в церковь, чтобы считать воцерковленным? А сколько раз отчет о проделанных грехах надо сделать, скажите, пожалуйста? Ай, вообще, ну что это такое? В секту превращаем церковь Бога Живого.